так танцевать нельзя, вот так танцевать можно. Даже мне пишут: Роберт, фу, я не понимаю твои танцы, зачем ты это танцуешь вообще? Почему ты не танцуешь народные танцы? Ну а зачем мне танцевать народные танцы, если я хочу вот это? Уроженец Белорецка Роберт Амиров стал участником последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ. После неудачных опытов участия в предыдущих сезонах танцевального проекта Роберт на протяжении нескольких лет продолжал двигаться к своей мечте. Это была третья попытка остаться в проекте, но Роберт Амиров в итоге выбыл на этапе формирования команд, как это случилось и в 2018 году. «Я ушел со сцены с улыбкой. Да, бывает и так. Не все зависит от нас, к сожалению. Правда, я всегда понимал, что и о чем говорит Егор, но в этот раз его позицию я не понял», — написал Роберт в социальных сетях. Первый раз танцор испытал судьбу в 2014 году. Тогда ему удалось попасть в топ-50 лучших танцовщиков. К 2018 году он похудел, отработал свои танцевальные навыки и снова предстал перед жюри. В итоге, в пятом сезоне в команду наставников он не попал. Сейчас переехал жить в Уфу и начал преподавать. Стиль, в котором предпочитает танцевать белоречанин, называется паппинг. Он зародился в Калифорнии ориентировочно в 70-х годах прошлого века. Знаете, раньше это называлось верхний брейкданс. То есть вот эта вся история. Только она более уже осовременилась, так сказать, и переросла в паппинг. У танцора нет задачи понравиться всем. В современном мире существует множество стилей и направлений. Каждый выбирает то, что откликается в душе. Всегда будут говорить, что раньше вот мы танцевали народные танцы, и это было классно. Ну да, это классно. Я сам люблю народные танцы. Но если современность, она не будет стоять, она развивается дальше, дальше и дальше, ее невозможно остановить. И говоря, тыкая пальцем, вот так танцевать очень стыдно, нельзя так танцевать, ничего не сделаешь. В будущем Роберт хочет попробовать себя на театральной сцене, поучаствовать в хореографических спектаклях. Но и про родной город, где все началось, танцор не забывает. Белорецк для него является местом силы и восстановления. Это отдых, это дом. Для меня это мои родители, это мои друзья, это мое детство, это мое все. Там все начиналось. Наверное, прозвучит очень сильно, там все и закончится. Но это мой родной город, и я его очень люблю. И я с удовольствием когда-нибудь, наверное, открою там школу. Но когда это будет, я не скажу точно. Алия Кашифудинова, Егор Полторыхин, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ.